Всем привет! Надеюсь, настроение хорошее. Как вы видите, вебка, камера. Здорово, здорово. И хоррор сегодня, фиар. Я когда-то играла давно уже, в школу когда ходила, молодая была. Друг посоветовал, такой говорит, поиграй, игруха, во. Он говорит, зашибенный вообще класс. Я такая, ну хорошо, давай попробуем. Устанавливаю я ее, открываю, такая, ну прикольно, что-то монстры, там, наверное, стрелялки какие-то. А потом как пошло, помню, герой идет по коридору, потом резко коридор заливает кровью, потом какая-то... камера. Камера, включись, пожалуйста. Вот, потом... Сейчас, минутку. Тихо. Так, вот, вроде должна теперь без перебоя работать. Вот. И тут какая-то девчонка такая прям раз резко. Я испугалась, ничего не сказать. Я выключила эту игру, удалила, отдала обратно другу. Такая, классная игрушка, говорю, да, классная, прикольная, да. Но я так ее и не прошла, и не поиграла, потому что я хорроров боюсь жуть. Жуть вообще. Но решила попробовать, потому что, ну, я уже девочка большая, взрослая. Вот, думаю, справлюсь. Так что это мой первый хоррор как лет, не знаю, 15 назад, так и сейчас. Это мой первый хоррор. Надеюсь, мы его пройдем. Вот. Как бы мне сейчас так сделать? Как бы так сделать? Сейчас мы вот так сделаем на минуточку. Вот. И вот так вот. И вот так вот. Так, переподключился. Подключился, это хорошо. Работать будем? Так. Попытка номер два. Работать будем? И... Работать будем. Так, только я где-то... Непонятно где, да? Сложность состоит в том, что у меня не только один компьютер, у меня один экран. И поэтому настроить так, чтобы все прям вот, ну... Вернее, если я вижу, что что-то не так, мне приходится вечно игру сворачивать, там, вот это вот все. Вот сейчас камеру надо передвинуть, мне нужно сейчас вернуть игру.
Короче, я сделал вот так. Вот, все. Вот так сделаем. Пофигу. Хотел сделать красиво, красиво не получилось. Пришлось вот так делать. Ладно. Выбираем. Так, новая игра. Ну, среднячок возьмем. Так, поступил сигнал тревоги. Задача. Всем сотрудникам ФИАР прибыть на, для инструктажа. Вы новый оперативный сотрудник ФИАР. Это ваша первая боевая операция. Погнали. В 2002 году в составе вооруженных сил Соединенных Штатов Америки было сформировано секретное подразделение для борьбы с паранормальными угрозами. Оно было названо Федеральная единица агрессивного реагирования. Да, она уже не страшная. По крайней мере, она выглядит пока не страшно. Надеюсь, пройдем. Жрет, сидит. А на вид нормальный. То есть не зомби, там не глаза демонские. Эпизод первый. Простите за беспокойство, сенатор. Проблемы с источником. Что случилось? Бунт. Феттл перехватил управление прототипами. Господи. Пока еще можно все исправить без лишних. Посвящение? Но время уходит. Ну, ладно, я понял. Мне нужно кое-кому позвонить. Это Пакстон Феттл. Он ключ ко всему. Устранив его, мы получим контроль над ситуацией. Проголодался, гад. Похоже, он не просто питается. Он действует по плану, и у него есть цель. Набить себе брюхо? Откуда он взялся? Из лаборатории Армахем Технологи. Они делали секретный проект для армии. Солдаты-клоны, подчиненные командиру телепат. Феттл был одним из таких командиров. Но это же не серьезно, нам никто не поверит. Солдаты-клоны. Да, целый батальон, обученный и вооруженный. Батальон? И что мы будем делать с 1000 суперсолдат? Ничего, как я уже говорил, нам достаточно устранить Феттла. Одним из основных требований программы была безопасность командиров. Феттл не сражается вместе с солдатами, он управляет ими на расстоянии. Значит, у нас есть шанс захватить его в одиночку. Как мы его найдем? Армахемия ему в голову вшили передатчик, который выведет нас прямо к нему. И то, слава богу. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну что, приятель, готов поработать? Что? Ты собираешься отправить его? Ты спятил, он у нас всего неделю. Да-да. Вы видели, что он вытворял на тренировке? Нет. Его фантастическая реакция. Меня? Да мне-то что? Это тебе решать. Верно подмечено. Вы меня с кем-то путаете. За дело. Это не я. Каковы твои первые воспоминания? Нет!
Это что было? Феттл в заброшенном здании прямо по курсу. Спутниковая разведка ничего не выявила. Но это не значит, что можно расслабляться. Янковский, готов? Жду сигнала. Окей, начали. Так, координатор Фиар Роуди Беттерс установил, что Пакстон Феттл находится в заброшенном здании в районе Оберн. По данным, поступившим со спутника Ганнибал-3, признаков активности противника в этом районе нет. Задача. Двое сотрудников ФИАР должны проникнуть в указанное здание с двух сторон и попытаться ликвидировать Феттла. По данным Армахема, после его гибели солдаты клона перестанут оказывать сопротивление. Найти следы Пакстона. Понятно. И как ходить? Так, это что? Ты что не идешь-то? Так, на тап это у меня показатели. Да? Или что? Что я сделала? Ой. Ты что не... Зашибись. Конечно, а почему не назначено-то? Так, шаг влево, шаг вправо. Приседание, ну, на С пускай. Наклоны. А нужны нам наклоны? Нет. Что-то тут. Так, ладно, давай пока. Ходьба, бег. Все, отлично, теперь пошел. Замечательно. В игре не установили банальное управление. Кто знает почему? Я не знаю. Так, чтобы рассчитать... расчистить проход, разбеги. Разбейте доски ударом. Так, что-то я... Фонарик нашла. Ага. Ну, давай, разбивай еще. Так, пока вроде не страшно. Пока чем-то напоминает... Этот... Half-Life. Вот, там не страшно было. Чтобы открыть дверь или использовать предмет, нажмите «Нет клавиши». Поехали, конечно, давайте сделаем все за разработчиков. Так, команда управления. На-на-на. Так, действие. Огонь. Бросок гранаты. Пускай будет Q. Использовать. Давайте E. Перезарядка R. Крыса. Ты что застрял-то? Август. Ты можешь открыть меня, да? Тут написано. Так, чтобы включить фонарь. Ага. Фонарь есть за... Нормально. Эй, парень, где тебя носило? Ищи обходной путь. Встретись с Янковски. Не страшно. Не страшно. Не страшно. Ничего не страшно. Бля, пипец, я вот вообще хорроров прям вообще... Вообще прям не то, что не могу переносить, а... Так, усилитель... Немного увеличивает максимальный запас здоровья. Это хорошо, я себя прокачала. Так, ну мне с вами будет не страшно. Не, я же не одна. Вы же со мной, а я с вами. Мы, в общем, вместе. По-моему, я помню эти коридоры. Тут что, не открывается, да? Ага. А чтобы прыгнуть, нажмите. Хорошо, что... Ой, блин, чертовщина пошла. Пошла чертовщина. Фу, мы чуть-чуть поиграем. Часочек, если я выдержу. Надеюсь, вы не увидите смерть стримера в прямом эфире. А то меня как сейчас этот инфаркт как хватит. Вот это будет, конечно... Да.
крыса. Выстрелить в замок, хорошо. А куда в замок именно? Да ты чё, издеваешься? Три пули на тебя потратила. Блять. Так. У меня был еще один хоррор, я вспомнила. Погоди. Давай, давай, помогай. Идем. Мы как-то... Так, найти, уничтожить Пакстона. Пакстона. Давай. Так, что-то глючины какие-то, да? Ты куда? Я? Зачем? Джим, быстрее сюда! Господи! Ты живой, что ли? Похоже, мы опоздали. Одни объедки. Источник сигнала совсем рядом. Он должен быть где-то здесь. Я подожду, Джин. Ты иди на разведку. Провести разведку. Зашибись, ты меня отправляешь. Я вообще новичок. Я вот только неделю у вас. Фух. Так, ладно. Так вот. В институте с одной девчонкой мы решили поиграть. Поиграть мы решили в Слендера. Вот, это был мой второй хоррор в жизни. Он такой, будет весело, прикольно. Я такая, ну да, давай. Так-то я, ага, почему бы и нет. Минут пять, наверное, прошло. Появляется Слендер, просто резко где-то вот. Я тыкаюсь в подушку. Так ты пойдешь на разведку? Да иду, иду. Подруга, короче, закрывает ноутбук, крышку вот так вот прям фигак и убегает из комнаты. В общем... Это был мой второй хоррор в жизни, и больше я в такое ни во что не играла. Я думаю, надо бороться со своими страхами. Так что, поехали. Так, разведка уже перешла вообще в другое здание. Что мне тут разведывать? Ляхмуха, ты чё? Эй, а чё, одного удара меня хватило? Да, я выстрелю. Покойного звали Чарльз Хадегер. Я его помню. Но моя ли это память? Или её? Давай. Это не имеет значения. Он заслужил смерти. Они все заслужили смерти. Ответьте, прием. Что происходит? Я потерял сигнал от Фэттл. Котяра, это мама Кошка. Надеюсь, вы свободны? У нас проблемы в порту. Что за проблемы? Мы видели солдат, которых вы ищете. Но нам приказано не вступать в бой, пока вы не оцените ситуацию. Ясно. Мы выслали за вами клуб птичек. Встречайте. А это же, наверное, только разогрев, да, вот эти такие вот легенькие, такие скримерочки, такие маленькие. То есть дальше будет... Так быстро? Нашел чего? Больше. Как, готово? У нас тут начинается самое интересное. Идите без меня, я немного задержусь. Это ребята из ФЭР. Они прикомандированы к нам на время операции и пойдут первыми. Их задача выяснить природу угрозы, наше прикрытие спины. В бой не вступать. Запомните, нам противостоят необычные люди. Группа 1 заходит с юго-запада, группа 2 с севера. По окончании операции встречаемся и ждем дальнейших указаний. Окей, по коням.
по коням или по коням? Ситуация. Пактон Феттл скрылся от сотрудников ФИАР, его сигнал пропал. На месте обнаружен труп неизвестного мужчины. Со спутника Ганнибал-3 обнаружены значительные силы противника в районе Южной водоочистной станции. Задачи. Вы и Янковский должны провести рекогносцировку совместно с отрядом Дельта, избегая столкновения с противником. Джин Сун Квон, научный эксперт ФИАР, остается в Оберне и проводит исследование трупа. По звуку как? Погромче, нет? Так, эпизод второй. Вступление. Как быстро эпизоды летят. Уже второй эпизод. Поиграет всего ничего. А мне тоже, да? Найти признаки активности противника. Раз уж ты идешь первым, попробуй открыть ворота. Я отправил бы туда одного из своих, но боюсь, тут нужен специалист. Это не я. Открыть ворота. И как открыть ворота? Каким образом? Нашел, как открыть ворота. А, ща, подожди. Мне пока не нашел. Возможно, может, куда-то надо стрельнуть? Быстрее, у нас мало времени. Ща. А, ага. Чтобы взять предмет. Угу. Ты залазишь? Нет? То есть ты вообще не запрыгиваешь, да? А, ага. Так, а вот это разбивается? Я могу что-то получить с этого? Нет. Твою мать. Убили уже. Журнальчик? Отлично. Возвращайся. Черт, что это было? Чё? Птичка, доложите обстановку. Подождите меня. Птичка, прием. Связь пропадает. Птичка. Вот это я помню. Значит, до суда я тоже доиграла. Испепелила взглядом просто. Они... Блин, я же не успела прочитать, что надо было. Нажала нечаянно, не успела прочитать. Все, походу началось. Ну сейчас открою. Командир, гражданские уничтожены. Помогите. Эхо 0, ответьте. Эхо 0, доложите обстановку. Чтобы наклониться влево. Вижу цель! Я тоже. Где? Фу, пыль. Пыль с коробки. Ну иди сюда, сволочь. Ну что такая мазила-то? Вот! Так, перезарядка. А патрончики мне... Ага. Ага.
Ага. Мы одним оружием пользуемся. Понятно. У меня кнопок столько нет, чтобы назначать. Так, а что у меня на... Кстати. Нет, не буду, наверное, пока. Назначать ничего. Возможно, обойдемся без выглядывания справа-слева. Так, аптечка. Чтобы использовать аптечку... Нет, аптечка это... Как это так? Самое главное, блин... так, действие. Бросок гранаты... Ну, так, предметы. Оружие. Так, последнее оружие. Граната. Аптечка. Нет, это занято. Аптечка. Пускай будет H. Так, оружие меняет. Пистолет. Первый, второй можно так поменять. Ладно. Разберемся по ходу игры, что еще не хватает, каких клавиш. Так, могу туда. А зачем сюда? Сюда надо? Не ломается. Значит, сюда, наверное, не надо. Сохранение. Сейчас что-то будет, да? Внимание всем! Эхо мой не отвечает. Эхо 7 командиру. Сходите разобраться? Отставить. Высылаю поисковый отряд. Это замедление, что ли, или что? Так, а бег-то, по-моему, бег как-то был. Ой, так управление. Уже связано с действием бега. Заменить? Так, нет. То есть я могу на shift уже бегать, да? Ой-о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 й. Такая прям почти реалистичная. Давай. Ага. Угу. Зараза. Да иди! Сторон вообще нечестно. Так много их тут будет-то. Фига, просто пол продырявили. Я не хочу, я хочу вон там выйти. Мне там больше нравится. Мне кажется, там немного безопаснее. Хотя будто тут сзади никто не нападет.
Что-то мне кажется, шифт не работает. Или он уже бежит. Непонятно. Ну, достанешь, берется по-любому, да? Ой! Так. Ты что выключаешься? Эй. Сейчас включится. Включается. Говнючего такое. Так, сколько мы играем-то? Говорит Эхо 6, мы в точке 1. Вас понял, Эхо 6? Ищите сектор. Контакт! Ой-ой. Иди сюда. Куда ты убежал? При контакте с живым объектом граната взрывается. Там бронежилет, аптечка, хорошо. Так, что-то с контейнером будет сейчас. Жопы чую, сейчас что-то будет с контейнером. Укрытие. Не могу. Кто? Ой. Где? С переклички, как с перекличкой. Я тебя тоже, блин. Ой, что-то. Куда ты пошел-то? Ага. Я просто проверить. Просто проверить. Так, а чё? Да, загадки, что ли, пошли или чё?
Телефон. Как контейнер двигать? О, паньки. Ладно, я пока так похожу. Контейнером. Мигающий огонек на телефонном аппарате означает, что на автоответчике есть сообщение. Сейчас прослушаем. Все, стой. Или нет? Ой. Блядь, ты не попадаешь, что ли? Вы под обстрелом. Нужна помощь. Ой, так, никого нет. Где? Не могут с одним человеком справиться. Так, контрольная точка. Хорошо. Сзади, спереди пойдут. Судово. Не слышу ничего. Где-то ходят. Помири уже. В режиме ускорения вы двигаетесь за предельной скоростью, недоступной большинству ваших, чтобы войти в контр. А это режим ускорения. Замечательно. Дурацкий режим ускорения. Ё-моё! Граната была, да? А что толку-то режим ускорения, они в меня всё равно попадают? Мы потеряли намного больше. Граната! Кто там? Так, что-то я так это резко выбежала, не надо было.
блин. А, как трясется все. Тихо. Давай, беги. Бля. Да не выручила она меня нифига. Нифига меня не вы... А почему отсюда? Вот тут? Тихо. А чего так много у меня это здоровье-то? Забирайте. Мне главное, чтобы вас убить, сколько пуль надо всадить, целую обойму. Блин, а вот 3 пули, у меня уже здоровья нет. Честно так вообще. Пойдем с этой стороны. Так понимаю, это же все единое. Нет? Ага. Ой, блин, стену. Давай. Группа в укрытии. Вот сейчас отсюда вылезет, да? Ты чё? Да перезаряжайся. Ну давай. Ой-ой-ой. Блин, по ногам не попадает. Плохо. Тут пошел. Ага. Да давай, окружай уже. Да куда ж ты стреляешь-то? Фу, пылище. Так. Все? Успокоились? Они, я так понимаю, типа просто под каким-то типа гипнозом, ну, внушением, да? И надо убить главаря, чтобы вот эти вот стали свободными. Это вот. Так, я сюда что пришла просто? Блять, это вот это, да? По-моему, до сюда. Или нет? Чувак, ты кто? Что за глюки? Ёбаный рот. Лучше не знать, наверное. Кто здесь? Я вот... Да, надо? Так, вот это, по-моему, помню. А мне надо стрелять в нее или что? Или... Твою мать. Все взрывается. Мне кажется, надо...
Ага. Ладно. Это я тоже помню. Связь со спутником Ганнибал 3 восстановлена. Один из пропавших сотрудников ФИАР найден живым. Это я, наверное. Второй сотрудник пока не найден, но его признаки жизни регистрируются. Пакстон Фетел находится в зоне операции. В штаб-квартиру Армахема направлен отряд Дельта. Задачи. Ваша задача – найти и уничтожить Фетела. Научный эксперт в сопровождении отряд Дельта продолжает поиски пропавшего сотрудника. Он жив. Врача? Кажется, он не ранен. Хотя не понимаю, как он вообще вышел. Об этом потом. Мы засекли Фетела. Источник сигнала там, неподалеку. Надо накрыть его и побыстрее. Джим, ищи Янковский. По моим данным, он еще жив. Но ты же не отправишь его одного. Это безумие. Он сам о себе позаботится. А теперь бегом! В смысле, блин? Меня чуть не прибили. Будь осторожен. Он сам о себе позаботится. Поэтому у вас и сотрудников-то нифига. Вы о них совершенно не заботитесь. Медпомощь, да, он вроде не ранен. Там опасно. Да, сам справится как-нибудь один. Нафига? Хотя бы двоих отправить, нет? Вообще, там такая чертовщина, блин. Ну, трупы везде валяются. Ну, один справится, об себе позаботится. Ничего страшного. Это мама кошка, подкрепление выслать не можем. Все вертолеты ушли к штаб-квартире Армахема. Кажется, там что-то серьезное. Черт, нет, там же мои ребята. Я знаю, от меня ничего не зависит. Противник тот же? Похоже на то. Подробности не знаю. Держу пари, о секретности уже нет и речи. Котяра, это мама кошка. Вот позывные. Молоток. Чайки. Одно новое сообщение. Майк, что у вас там происходит? Какая-то авария? Почему никто не отвечает? Перезвони мне. Сообщений больше нет. Бедный, никто никак не дозвонится ни до кого. А, чё надо? Где больная чайка какая-то орёт? Опять херня какая-то. Крысы бегут. Если крысы бегут, надо бежать за крысами. Крысы это чувствуют все. Малейшие там землетрясения какие-то, там еще что-то, она опасность чувствует. Поэтому если крыса откуда-то бежит, лучше бежать вместе с ними. Ты что, не волнуйся, все хорошо. Все хорошо. Все нормально. Вот самолетик там летает, вертолетик. Так, это водичка, да, кровавая. А мне туда надо, да? Там аптечка. Чужой? Так это же из другого уже этого. Чужой это уже из другого кино.
Так, сейчас еще до контрольной точки, наверное, на этом пока закончим. Блин, пыль не видно, ничего. Все, готов, что ли? Фу, блядь. Дурачок, что ли? Ты че, блин? В это... Вплотную прям... Фу, выбегает. Всем ненормальный. Так, внизу нет ничего? Фух. Так, стоп. Это что? Ага. Мне в другую сторону или... Замка не видно. Ударь, сломай. Так. Так, сейчас минуточку. Минуточку. Всякий случай, мало ли, отступать придется. Так, Сус, ты чё? Ты что-то застрял. Ой-ой-ой, перезаряжай быстрей! По-моему, я поднаторела. Эй? Дайте точку контрольную, пожалуйста. Так, что-то сейчас будет опять, да? А контрольную точку мне можно перед вечеринкой, не? Я проверю. Противник! Граната!
Отлично, так. Есть. Есть замес. Угу, конечно, сейчас. В общем, на этом пока закончим. Потому что камера моя еще... Вот. Долго работать не может. В следующий раз, возможно, поиграем подольше. А пока спасибо, кто зашел, спасибо, кто смотрел. Все это будет сохранено на канале на YouTube. В описании есть все ссылки. Так что заходите, смотрите. И до следующей игры, до следующего стрима. Всем пока!